Всем привет! Сейчас собираемся съездить в магазин. Саша, в общем, мне на днях говорит: слушай, давай, наверное, купим Давидке или планшет, или ноутбук, чтобы у него был свой. Только говорит, это не дело, Ромкин. Ну и, в общем, пускай у него будет свой для работы, ему в течение двух лет как минимум он пригодится. Да и так и нам, говорит, если что. Ну, у него есть стационарный компьютер, но у него, в общем, игры там в основном, да, что такое, что к нему не подойдешь, чтобы он его засорил за этого, в общем, вот так. Я говорю, ну, давай посмотрим. Ну, и сейчас вот Саша приехал с работы, немножко полежал. Хочет, вернее, уставший такой этот, сейчас проснулся. Я говорю, ну, у нас еще есть час, чтобы съездить, сегодня суббота. Я говорю, есть час, чтобы съездить в магазин. Ну, и вот он сейчас быстренько оденется, поедем, съедем в Медиамаркт. Мы обычно всегда в Медиамаркт ездим. Посмотрим, что там есть. Ну, и плюс Роман же хотел себе машинку, просил с пультом, которую он сможет сам управлять. Просто та машинка, которую мы ему, вернее, Цанфея подарила, зубная фея, там пульт что-то какой-то, ну, странный, надо научиться им управлять там как-то туда-сюда, что-то как-то, ну, не поймешь, куда, в общем, как поворачивать и как вперед-назад ехать. Немножечко она как-то туповато, я скажу, сделали ее джойстик сам. А так машина хорошая. Ну, в принципе, разобраться можно. Ну, и он вот же у меня просил всю неделю, а я, вернее, мы с папой вместе ему пообещали, что если он всю неделю ходит и делает задание, и уходит, не плачет, то тогда в конце недели мы поедем, и он выберет себе машинку. Ну, и он выполнил свое обещание, и так как он выполнил, мы должны выполнить свое, потому что, ну, как бы обещали, значит, надо сделать. Учительница в пятницу его похвалила, сказала, что он последние 2 дня делал все задания и, ну, себя хорошо вел. И поэтому, в общем, мы решили его поощрить. Ну, если успеем, сейчас куда-нибудь заедем, да возьмем ему какую-нибудь машинку. Ну, ему не обязательно там какую-то супердорогую. Главное, чтобы, ну, вот она с джойстиком была. Посмотрим. Куда-нибудь да заедем, посмотрим. Вот так вот. Так что, такие у нас дела. Сейчас, в общем, на старте. Ромку уже одела, сама оделась. Поедем. А у нас дождик. Дождик. Привет ребятам. Всем. Ребятам привет. Ребятам привет. Всем привет. Привет ребятам. Я не ребята. Вы не ребята, что ли? Вы тоже же ребята? Пойдемте быстрее. У нас время 30 минут ровно. Сейчас закроется магазин. Все, опаздываем, опаздываем. Бегом, уже, наверное, бегом. Нельзя. Бегом. До 7 часов. Пока не до 8. До 7. О, точно. Ладно, пойдем. Смотри, даже собачкам поставили. Чашечку, да? Поставили. Да. Это нормально. Ну, вы в меди... Собачка, здесь живет больше, чем людей. Саша. Видела? Ну, я телефон выбирала здесь же. А где мой лежал? Вон там? Вон там, самый первый. Вон там? Там? Да. Пойдем. Потом не знаю. Там самый первый, вон там, в Xiaomi, видишь, написано за дядькой вон тем, регаль. Мама, папа! Ты сразу к этим, это дороговатый, Роман. Да. Я думаю. Да, думаю. Это красивое. Это красиво, конечно. Да, сколько иди. Это? А это таблет, да? С клавиатурой. А, это да, таблет с клавиатурой. Вот, смотрите, кому интересную цену. Да, это все таблет. Пойдем, давайте посмотрим. Вот тут. Роман. Вот, Сашка. А что это за фирма, я не пойму? Что это такое, Microsoft? Просто? Нет, это я знаю, но от них прям это есть эти лептопы.
Microsoft написано. Да. Это новое что-то, да, или что? Или это просто это они начали? Это планшет. Да, вот он прям. Вот, и сзади тебя там. Цены-то планшет. Мне тоже не дешевле. Вот, смотри, сзади тебя вот они. Сашка. Азус. Азус неплохой, да, ну, в принципе, по-моему, да? Смотри, 600 евро. А какие параметры у него? Сколько память? 512 гигабайт. Роман? Так не надо, зачем его выключать? Азус это вот этот. А, нет, вот он, это тот тоже. Вот этот 579 получается. Здесь тоже 512 гигабайт. Ноутбук. В принципе, ну-ка дай быстро. Вот такой, да? Это придержи. Здесь разные процессоры, здесь стоит этот. Ром, аккуратно. Интеллектуальный процессор, Азибен, седьмой генерации. А здесь стоит. Красивый тоже. А здесь стоит что у нас? AMD Ryzen. Acer вот этот. Acer или как? Знаешь такой? Да. Что-то тоже, да, неплохой должен быть. Сколько здесь? Тоже а памяти не вижу где. Я не вижу памяти. Сколько? Вообще не вижу память. Ты видишь? Вот Arbor Spice. 16 гигабайт. First плата. Да? 1 терабайт. Да. First плата 1 стоит SSD. А, да, 1 терабайт. О, это хорошо. 1 терабайт это хорошо. Смотри, 900. А вот Lenovo как у. А, это как у Ромки планшет. Это планшет идет уже. Это планшет. Это не этот. Вот смотри, 1222 Lenovo этот ноутбук. Смотри. Ноутбук это уже. А где будет память? Тоже 1 терабайт. Тоже хорошо. Медион вот этот. Это алтевская фирма Медион, по-моему, да? В Алте часто идти, да? 650. 651 терабайт тоже. Смотри. Вот. Вот тоже смотри. ХП какой-то. Хэвельпакер. А, Дрюкер. Да, точно. 900 евро. Сколько там? 1 терабайт тоже или что? Я не вижу. 500, а, вот, точно. На меньше, чем там. Азус тоже, вот смотри. А что это он такой? Почему так дешево? 600 стоил, 369 сейчас. 8G, а, гигабайт, 8 гигабайт. 1 терабайт или что? А, 128 гигабайт. Но. Он какой, видел? Это что-то? Это для Ромкин. Ну и как Sega, как будто раньше была, да? С играми да, 100 евро стоит. Но. Ах, это вот это только? Это вот играется. А вариант? Смотри, нет, какой у тебя есть настоящий. У тебя хороший. В общем, мы посмотрим сейчас. А потом... Если вдруг что-то случится, мы вам расскажем об этом. Вот макбуки. MacBook Air. Роман, подожди, 13-й. 1199. Память сколько там? Подожди, Роман. 256 гигабайт. Вот, смотрите, тоже MacBook Air. Сколько здесь? 256 гигабайт стоит 1500, 512, 1849. Угу, пойдем. Скидка. Apple Watch.
Купили мы сыну ноутбук. Мама. Покажи, как. Мама, как он называется? Мама. Аци или как правильно? Я не Эйсер. 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 Мама. Почему Эйсер? Потому что А как Э у них читается. Всегда. А у них как Э читается. В общем, вот такой. 900 евро почти, без 1 цента. Я хочу тоже компьютер. 1 терабайт. В общем, Саша выбрал в экстренном режиме, быстро-быстро. Елкин, у тебя планшет есть. Зачем тебе такой компьютер? Это чтобы Давиду в школе работать. Это чтобы писать можно было так, по кнопочкам. Ты же не пишешь ничего. Это для работы Давиду. Да. Все. Поедем сейчас еще ему посмотрим. Даримся. Привет. Привет. Упадешь, ударишься. Давай я тебе помогу слезть. Не. Сам? Смотри, не ударься. Да. Приехали в Реал. Уже все, магазин закрыт. Мы приехали в Реал посмотреть Ромке машинку, как обещали. Пошли, пошли, мы это не успеем сейчас. Сумка здесь, он уже закрытый. Ау, это Бекирай, Рома. Пошли, он закрытый уже, сынок. Видишь, уже все закрыто. Ничего себе, позакрывали, да? Мне дали вот эту кунден-карту от них. Я говорю, что будет? Я говорю, что... Ну, можете или брочен, или кейс закуханный, или какой-то этот, типа, для вас будет, когда пункты наберете, бесплатно будет. Всякую ерунду придумывает. Роман, идем. Тут 100 лет не была в Реале. Везде вроде как Кауфланд стал, но у нас так и стоит Реал пока что. Давным-давно не была здесь. Идем. Тыквочки. Красивые. Поснимаю вам немножко магазина. Все красное, видишь? Суббота то, что может. Поэтому овощи, фрукты, да, красные овощи, цены. Фрукты сейчас будет дешевле. И такое все, что портится за выходные. Перед закрытием. Вот здесь тоже смотри, этот сок апельсиновый. Есть. Александр, Александр, к сладостям, смотри, потянула к сладостям. Найн, иди положи на место, не надо, никакой нутеллы нам домой. Потому что. Ты заговорил на немецком со мной, что ли? Я. Папа. Заговорил по-немецки ребенок со мной, говорит, я возьму нутеллу, говорит. Скажи мне, почему ты, говорит, ее не хочешь взять? Скажи, почему ты ее не хочешь? Александр, тебе нельзя. Я знаю. Роман. Зона мама. Зона мама. Тебе сегодня зона? Тебе сегодня зона, ты мама? Ты вместе с тобой зона? Ром. Я? Роман. Я. Тебе сегодня зона, фирма. Роман. Роман. Так, давай по-русски разговаривай, все. Хасту, да. Да. Ну, в точку он стоит. Так, по-русски все, с нами надо не разговаривать. С нами по-русски надо разговаривать. В садике. Ой, в садике. Я тут в садике. Я не могу привыкнуть, что он в школу уже ходит. Ты забудешь, а то скоро русский так, да. Если будешь по-немецки везде разговаривать. С нами по-русски разговаривай. Пойдем. Пошли машинку смотреть. Пойдем быстрее. Хасту я. Стиральные машинки стоят. Те все от начала до отсюда 400 евро почти. Без 1 цента. Без 1 ойра. Не без 1 цента. А нет. Это уже какая-то подороже. 400,
469. Я. Только другая чуть-чуть у нас. У нас не такая. Чуть другая. Чуть меньше. Пойдем. О, видите, распродажа. Этих. А, нет, еще не распродажа. Шутите, эти пакетики еще продают школьников. Пошли быстрее. Машинку посмотрим и идем назад. А, вот здесь. Здесь пойдем где-то. Где-то должны быть. Что это? Вот, Роман, машинки, смотри. Какие-то. Вот они, на пультах, нет? Вон внизу с пультом какая-то стоит. Или это самолет, или что там? Я не вижу, Ромка загородил. Есть вертолет и машинки. А вон с пультом тоже стоит какие-то тоже. Вот здесь. Вот такая какая-то. Полицейская какая-то, Сашка. Только здесь я не знаю, какой прайс на нее. Вот, смотри, какая. Роман. О, да, хорошая. Посмотри. И пульт вроде как бы ничего там. Вот посмотри. Это будет гонять быстро. Дома летать. Хочешь такое? Будем ездить. Сейчас я посмотрю. Эльфика? Да. Вот это будет прикольный маленький. А что это, на пульту? Да. Да, на пульту это. И быстро носится мелкие такие. Давай, да. А на сколько стоит? Где-то 15 км в час ездит. Это 10, этот медленный. Это... Пульт. Ром, а тебе все-таки еще для бебичек, да, надо? Да? Мысечка. Интересно там, да? Ага. Да? Даже мне интересный роман, так что можешь не стесняться этого. Я тоже люблю такие игрушки для бебичек. Погремушки всякие вот такие. Компьютер. Папа выбрал ему машину, а он стоит в бебичкиных игрушках. Его... Мы машину оставим, возьмем тебе другую игрушку. Бебичкину, да? Какую ты хочешь? Для бебичек, которые, не? Он микроскопский есть. Ой, вот это сейчас он может захотеть. Такое он любит всякое. Это его цена, вон, 89,90-95. Да. Не, пойдем тогда, не надо показывать. Вот, я нашел. Не надо, это ты чего, не надо. Смотри, что он нашел. Это как? Покажи папе. Мама, ты засказала. Ты вот эту хочешь играться на ней? Нет, ты засказала. Что я сказала? Давай добивить. Все, идем. Папуль, пошли. Я уже хочу идти домой. А тут Лего со скидкой, что ли, я не пойму. Смотрите. Нет, это нормальная цена получается. Это он раньше так стоил. Он дорогой сильно. Можно в интернете посмотреть. Есть такие задние поставки, которые тень вставляются, как камера. Угу. С такой этой гнущей сельфа, как меняется для машины, есть вот это. И они увеличивают круто, вообще классные штуки такие. Если что-то мелко разглядывать, через телефон, через экран смотришь, увеличиваешь там, как хочешь. Казаны, смотри, да. А, нет, это для огня. Вон, смотри, этикеточку, смотри. Это огонь разжигать, это не казан. Это ерунда. Ерунда. Все, идем на кассу. Роман! Пошлите. Все, ничего не надо больше. Идем. Папа, могу
Ой, давай не надо мороженое. Не надо, пойдем. Ты уже взял вон все и чипсы, и все, пойдем. И печеньки взял. Все, пойдем. Пойдем туда. Пойдем. А, вот тут еще тоже открыто. Вот сюда вставать. Иди, ложи туда. Вот еще печеньки положи. Роман. Вперед. Возьми. А, там надо куда-то подходить. Просить. На улице уже у нас темно. Почти. Пол восьмого вечера. И такое, такая духота стоит. Прям. Мне удалось найти в интернете. Сири, до свидания. Она тебя подслушает постоянно. В интернете она ищет. Ее нажимаешь, когда она... Ром, не балуйся. Рома счастлив. Купили ему машину. Да, Рома? Купили машину? Что ты еще себе купил? Расскажи ребятам. Они знают. А что ты взял? Машину, еще что? Машину. Не балуйся. Еще микроскоп. Най, микроскоп ты не взял. Пап, вот тут открой, пожалуйста. Или подержи, я открою. В общем. Мама, открой мне. Вот она, машина выбрали. Роман, подожди, пожалуйста. Ромка взял. Александр взял. Сало. Переживает, что похудеет. Да. Говорит, это нам надо к чаю, говорит, на вечер. Ну, я такой не ем. Тебе? Ну, я не претендую, мне такое не надо, я такое не люблю. Я даже не пробовала никогда. Нутеллу пробовала, а печенье такие не пробовала никогда. Хотя покупала 150 раз их. Воды достань, вот это открытое там лежит. Я хочу попить. Роман уже в декабре собрался жениться. Декабре. Так он еще и сказал сразу, говорит, что, говорит, если я с ней жениться буду, у меня сразу бебечка будет. Он сразу собрался уже, и бебечка, все. Не надо бебечки, ты что? Рано еще. Он говорит, в 20 лет бебечка будет. Да? В 20 лет? Отойди от чужой машины. Сегодня мы с вами прощаемся, увидимся завтра. Всем пока.